буквально в 20 от Донецка. Он за 9 лет нахождения националистов стал настоящим серьезным укрепом. Боевики за эти годы хорошо окопались. Механизм, мы все-таки освободили Маринку после под оккупацией Украины. Что же Маринки у наших военнослужащих? Это дает возможность для дальнейшего продвижения, для освобождения. Буквально каждый дом, которых в Маринке более 3 откуда и наносили удар. То есть можно сказать, что за тот период, что они там находились, они хорошо готовились, и это позволяло им долгое время все силы, а боевикам в этом случае даже хваленая западная техника, на которую они делали большие ставки, во многом, конечно, помог нашим военнослужащим тот опыт, который получили при освобождении Мариуполя и Авиация, артиллерия, пехота, беспилотники на данный момент до сих пор находятся под оккупацией Маринки. На данный момент сказать пока что, что люди, конечно, очень надеются на то, что это 5-я бригада 1-го армейского корпуса.